Прибываем в Санкт-Петербург, господин попутчик. Столица от нас не уйдет. На века поставлена. Хорош. Ничего, руда добрая. А сколько на чубу надает? Да на глаз трудно. А ну? 23, а то 24 фунта на пут. Вот что, Михаил Васильевич, пригляделся я тут к тебе. Вижу, не зря учился во Фрейберге. А теперь на Урал со мной поедешь. 400 в год на всем готовом. Харчи, одежа, квартира, лошади. 1500. Ну? Нет. Я должен вернуться туда, откуда меня послали за море, Прокоп Андреевич. Это в Санкт-Петербургской академии, что ли? Ну, да тебя там немцы без соли съедят. Привез я им образцы руды. 2 года не могут опробовать. А мне, брат, ты знаешь, сколько я сейчас чугуна да железо в Англию продал? Сколько? А тебе что? Будешь у меня служить, узнаешь. Не буду. Не серчай, господин заводчик, я тебе других помощников выучу. Господин Рихман, это я. А кто вы? Георг Вильгельмович, мой первый профессор физики. Не узнаете своего бывшего ученика? О, я помню вас. 5 лет прошло. Тогда я был адъюнктом. Теперь произведен в профессоры. Только теперь? Да. Сколько ж тогда мне ждать придется? Господин правитель академической канцелярии, этот дерзак... Господин Ломоносов. В добром ли здравии, господин советник? Рад видеть вас. Поздравляю с прибытием к родным пенатам. Прошу садиться. Мнение об успехах вашего благородия в науках, присланное нам вашими профессорами, господином Обратом Вольфом и господином Бергратом Хенкелем, весьма, весьма хвалебно. Я искренне этим счастлив. Но известно нам и о некоторых проступках вашего благородия, немало нас огорчивших. Мы послали вас за море учиться, чему подобает, а вы, сударь, дерзостно спорили с тамошними профессорами и, покинув Берграта Хенкеля, самовольно стали изыскивать себе знания. Но кто из нас не был молод, кто не ошибался, тем послушливее закону и справедливым начальником он становился, приходя в возраст. Стало быть, я получаю звание экстраординарного профессора, как мне было обещано перед отъездом за море, и химическую лабораторию для производства опыта. Полагаю, вашему благородию надо сначала обыкнуть на родине и отдохнуть во благо здоровью. К отечеству своему я довольно обвык с той минуты, как произошел на свет. А здоровье мое... Здоровье мое пока не дурно. Поэтому желание у меня одно. Поскорее начать трудиться вот этими руками и вот этой головой. О том мы поговорим после. Пока соблаговолите распорядиться, чтобы перевезли ваши вещи на квартиру, приготовленную для вашего благородия. Как можно с ним так любезничать? Вы забыли, дорогой зять, что присланная им стихотворная ода понравилась при дворе государине. Я не забыл, но я помню и другое. Офрат Вольф в последнем письме нам пишет, что следует оберечь этого самонадеянного и своевольного человека от сомнительных философских лакомств, на которые тот падок. Уж если такой мягкий и расположенный к нему наставник этого требует,
Значит? Значит, надо подержать его на строгой диете. Я непременно поручу его наблюдению твердого и последовательного систематика. Именно твердого. Медный колчедан. Тяжелая. Тяжелая. Тяжесть, тягость, а не чижесть. К земле тянет. Понял? Тяжелая. Ага. Михаил Васильевич, а я урок выучил. Химия – наука изменений, которые происходят в смешанном теле. Ежели кто в сосуде водой наполненной, али какой другой жидкости, кипением уйдет вызвать, да он и поддерживает, то тут, значит, будет практиком прозываться. А ежели он прознает, что вода в кипение приводится при помощи воздуха, который в ней от огня расширился, из нее выходит, то тот будет, значит, тетеретиком. Кем? Тетеретиком. Ах ты, голова с ушами, теоретиком. Да ты понял ли, что из заучки? Мешай раствор. Ну, а кто ты сейчас? Практик. Верно. А истинный химик должен быть и практиком, и теоретиком. Ну как, Васька, хотел бы ты быть истинным химиком? А то как же? Всяко, небось, не откажется. Да, я, брат, тоже не отказался бы. Здравствуйте, Георгий Вильгельмович. Как идут ваши дела, Михаил Васильевич? Есть что-нибудь новое? Какое? Минералы вот сортирую для коллекции. Еще покойный профессор Амон доверил. Поваренную соль выпариваю для профессорских опытов. Вот и вся моя натургешихта совокупна с химией. Больше года ни к чему не дают приступиться дельно. Посоветуйте, Георгий Вильгельмович, проститься мне, что ли, куда подальше? В Сибирь, на Камчатку? Махнуть, что ли, туда, в экспедицию? Неужто правда уедешь? Не мешай, Василий. Решайте сами, господин Ломоносов. Впрочем, могу сообщить вам. По моему настоянию, Академия сочла возможным доверить вам занятия со студентами. Наконец-то. Сочла возможным. Черт бы их всех. Простите, Георгий Вильгельмович. И спасибо. Вовек не забуду. Советую выслушать меня до конца. Я прочел вчера ваши новые специмены. О нечувствительных физических частицах. Не хочу скрывать от вас. Среди благих, интересных мыслей я усмотрел такие, которые меня немало смутили. Вы пишете, вот, корпускулы, иначе мельчайшие неделимые частицы в живых и мертвых животных движутся. Да, я убежден в том. Ну как же можно уравнивать то, что происходит в живой натуре, с телами мертвыми? Тем паче неодушевленными, вы одним росчерком пера отвергаете основы науки. Прежде чем я произвел этот росчерк, я 10 лет... 10 лет? Такой торопливости наука не терпит. Нет уж, никому этого не показывайте. И тем более, не вздумайте внушать эти мысли студентам. Вы поручены моему наблюдению. И должны понять, чего ждет Академия от вас, как от ученого. Послушание. Послушание? Нет уж. Тогда уж, пусть уж не ждет. Тогда на Камчатку. Живет же там мой товарищ по спасским школам Степан Петрович Крашенинников. Коль мнения мои вам столь противны, может быть, хоть он поймет меня. Василий, мешай раствор. А что переменится для вас в эти дальние земли? Вы же от себя-то не уедете. Поймите же, Михаил Васильевич, зло в вас самом.
Напрасно вы стали искать на Камчатке господина Крашенинникова. Он воротился из экспедиции. Да, только что я видел его, въезжающим во двор академического дома. Прощения прошу. Василий, мешай раствор. Степан Петрович. Что с ним? Хворый и зазяб. В тепле отойдет, ничто. Жена побежала просить, чтобы в дом пустили. Степан Петрович, не узнаешь? Ломоносов. Помнишь в спасских школах такого верзилу? Михайло. Ну, давай помогу. Всякой награды мне дороже, что ты приехал. Гербариум там, под сеном. Достанем. Степан, опять простынешь. Жена моя. Имя ваше, сударыня? Степанида Ивановна. Степан, Степанида, славно. Мир дому всему. Милости просим, Михаил Васильевич. Давайте помогу. Ну, как Камчедал живет с тебя нынче? Да все трясет еще. А. Ну, а как описание путешествий подвинулось? Сколько написал? Листов полтораст, может, поменьше. Ну, помогай Бог. Напишу. 9 лет на Камчатке живота не жалел. В море тонул, в юрте горел. А думу об этой книге не оставлял. Степа напишет. День вот жалко короткой. Да. Да, темно. А я у самого Шумахера свечи со стола таскаю. Поди. Беседую с ним чин по чину, а в руках сандал верчу. Пошел и свечу с собой. А он видит? Ни разу не оговорил. Опасается, как бы Ломоносов его шандалом не огрел. Пусть опасается. Степанида Ивановна, я помогу. Спасибо. Читал, чего наплели о полярных сияниях петербургские ведомости? Да, сие, мол, тайна навеки сокрытая. От Бога совестно тоже скажут мне человеки. Отчаялись в своих делах разобраться. Студенты прочтут, тоже спросят. Ну что ж, господа профессоры, разве не в 18 веке живем? Тайна сокрытая. Кто сокрыл, почему? Чего не знаем нынче, узнаем завтра. Так ведь? Может, хоть послезавтра? Все, день в запасе. Это все хожу и думаю, с чего мне начать занятия со студентами? Думал, думал, да вместо того стихи написал. Стихи? О чем? Размышления при случае северного сияния. Не, правда. Говорю тебе. Размышления о законах натуры. О законах натуры? Предмет для поэзии малость тяжеловатый. А о чем же, по-твоему, следует размышлять поэту? О цветочках, мотылечках, о том, как пастушок полюбил пастушку, как они на лугу извились. Мало о том, господин Теплов и господин Сумароков пишут. Времена... Лукреция, Михаил Васильевич, давно прошли. Для чего нынче науку мешать с поэзией? Для чего мешать? Так вот тебе в наказание, читай.
О, я никак в стихи свечу завернул. Лицо свое скрывает день. Поля покрыла мрачная ночь. Взошла на горы черная тень. Лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна звезд полна. Звездам числа нет, бездне дна. Но где ж, натура, твой закон? С полночных стран встает заря. Не солнце ль ставит там свой трон? Не льдисты ль мещут огонь моря? Се хладный пламень нас покрыл, се в ночь на землю день вступив. Что зыблит ясной ночью луч? Что тонкий пламень в твердь разит? Как молния без грозных туч стремится от земли в зенит? Как может быть, чтоб мерзлый пар среди зимы рождал пожар? Слушай, а если мне начать занятия со студентами вот этими стихами? Ты пойми, от того, что видим, к тому, что хотим знать, изведать. А где же студент Барсов? Обморозился, болен. А студент Протасов? Чистит конюшни господина правителя академической канцелярии. Чеботарев? Лежит от побоев господина ректора. Студент Поповский? На месте, господин адъюнкт. Садись, Поповский. Первое наше занятие по физической химии, господа студенты, мы посвятим разбору свойств тех простейших тел, которые... Скажи мне, Поповский, ты ел сегодня? Ел, господин адъюнкт. Врешь? Ей-богу, ел, господин адъюнкт. Покажи ноги. А ну, достань. Новые-то я берегу к весне. Чего ж так скудно записывал? Или тоже болен? Не я болен, господин адъюнкт. Университет наш болен. Да и притом тяжко. Да. Как пришли мы летом из семинарии, готовы были молиться на здешних господ профессоров. Господин адъюнкт, поди говорю лишнего. Говори все. Где находится ректор? Я могу видеть господина ректора? Заменяющий нынче ректора академического университета, высокоблагородный профессор Винцхайм, будучи весьма занят, возложил на меня... Прошу прощения, а вы кто? Перед вами адъюнкт Трускотт. Ах, адъюнкт, рад с вами познакомиться, господин Трускотт. Credite salvum et jucundum es. Я не совсем понимаю... Я спрашиваю, как ваше здоровье? Ответствуйте мне по латыни, господин адъюнкт. Я... Вы мешаете заниматься господину Винцхайму. А он здесь? Прошу уйти. Куда вы? Уйти! Мужелан. Невежда. Анкартисты, кописты, за мной!
нельзя подпускать к университету. Ах, вы! Подними! Ты знаешь, что кинул? Ты своей сучьей лапой! Громальник! Ты поднимешь, что запихнул в кнопку! Вон сюда! Это сейчас! Отойди! Отойди ему! Бегите ему руки! Попробуй! Ну-ка! Вот тебе академическая крыса! И тебе! Повесить его, мерзавца! Видите, что он мне показал? Видите? Я близорук, господин Минсайм. Изъясните, что именно? Он кричал мне, что он стоит уже разуметь секунду, профессор! Я сам не терплю грубости и готов порицать господина Ломоносова. Но я заявляю, любому из нас он не уступит в знаниях. Я полагаю, господа академики, что мы собрались сюда не для споров. Мы должны оберечь науку от дерзости скороспелых реформаторов. Вчера адъюнкт Ломоносов, который нам всем обязан, поднял на одного из нас руку. Сегодня он может оклеветать порядки, установленные нами в академии. А завтра, чего доброго, он захочет учить, как и что мы должны писать в наших ученых трудах. Прежде чем отправить официальное заключение, мы нравственно обязаны выслушать Ломоносова и предложить ему принести извинения перед ученым собранием. Совершенно излишне. Хорошо. Ведите арестованного адъюнкта. Надеюсь, я буду здесь защищен от новых оскорблений. Адъюнкт Ломоносов, признаете ли вы, что с этого месяца, 2 часа дня, явились в академию и с крайней наглостью и бесчинством поносили господ профессоров ругательными словами? Признаю. Раскаиваетесь ли вы в учиненном безобразии? Прошу, смотрите на меня. Это я вас спрашиваю. Совести у вас нет, господа академики. Вы думаете, я с пьяных глаз или по личной злобе его поносил? Он швырнул мне в самую рожу мою бумагу, которую я ему объяснить чтился. О чем бумага? Нижайшее доказательство о том, что при академии нет университета. Прочтите на досуге, господа академики, да сообща обсудите. Увести его! Госпожа Ломоносова. Елизавета Андреевна. Вы что, там у супруга были? Господа, умоляю вас, спасите его. Он не понимает нашего положения. Но оно ужасно, ужасно. Госпожа Ломоносова. Зачем я сюда приехала? Господа, спасите моего дорогого Михеля. Уверяю вас. Бедная женщина. Почему она не приезжала так долго к нему из Марбурга? Трудно понять. Говорит, ждала, когда он сможет назвать ее госпожой профессоршей. Самое время бы ему повиниться. Верно. Готовится торжество в честь будущей свадьбы наследника престола.
И будто бы императрица сама пожелала, чтобы Ломоносов писал стихи для праздничной иллюминации. Для такого важного дела вполне его могут выпустить. Конечно, если покаяться. Да, конечно, если покаяться. О чем я? Ведь когда через лес проносится ветер, то листья и сучки колышутся, хотя издали мы и не видим этого. Так и в теплых телах из-за малости движущихся частиц колебаний их ускользает от взора. А на деле теплота всегда состоит во внутреннем движении материи. Вы согласитесь со мной, Георгий Гельмич? С одним согласен. Нам тоже потребно движение, Михаил Васильевич. Потребны мне два микроскопа. Один простой, другой сложенный. Пусть дадут хотя бы под расписку. Вы не слышали, послали в Сенат мое ходатайство о химической лаборатории. Жалко. Пока сижу заодно, буду ждать разрешения. Микроскопы, химия. Зачем о воле не просишь? Так я уже писал. Пришел в крайнюю скудость, нахожусь болен. И не только лекарства, но и дневной пищи купить себе на что не имею. Это время, которое я других своим учением пользовать мог бы, тратится понапрасну. Все помню, чего писал. Чего им еще от меня надо? Публичного покаяния. Пожалей жену, Михаил. Жестокой зимой к тебе ехала из дальних краев и... За изверга меня считаешь. Да, да. Долго были в разлуке. Знаю, тяжело ей. Так вы напишите письмо о микроскопах. Ох, много ты еще врагов наживешь. Ни единого раза не хотите склонить голову. Мне головы не жалко. Да ведь один раз поклонись, навеки сочтут холопом. Да и перед кем кланяться? Вот я вчера перевел на русский язык псалом Давида. Вот этот мне по душе. Да чего ж крепко он на своих врагов гневался? Вещает ложь язык врагов. Десница их сильна враждою, уста обильны суетою, скрывают в сердце злобный ков. Избавь меня от хищных рук и от чужих народов власти. Их речь полна щиты напасти, рука их в нас наводит лук. Не могу читать, воздуха не хватает. Подумайте еще, Михаил Васильевич. Не могу. Ну что ж, прощай, коли так. Полна щиты напасти, рука их в нас наводит лук. Нет, друзья-то меня жалеют, мол, пропадешь для науки. А я для нее отца, друзей все кину. Рыбацкий почет, довольство. Не побоялся, что станут показывать пальцем. Смотрите, какой болван лет 20 пошел в Москву учиться латыни. Терпел и стужу, и голод. Ты верил тогда, что только в науках для тебя жизнь. И ни о чем не жалел. А сейчас... Неужто не науки, а гордыня твоя превыше всего? Да ты лет.
Что с тобой? Что с тобой, Михаил Васильевич? Василий! Бежим скорее! Здравствуй. Здравствуй, дружок. Куда же ты я побегу? А что? Разве мала Россия? Ну, хочешь, я в ноги царицы брошу, пусть меня вместо тебя посадят. Ах ты, тетеретик. Ты говоришь, упал бы в ноги. А то как же? Для дела ведь. Для дела. Эго, Михаил Ломоносов. Я Михаил Ломоносов. Кором концессу академику. Присутствие академического собрания. Clarissimus доминус профессорус. Humilime ora ad quab tester. Униженнейше прошу и заклинаю знаменитых господ профессоров. Ut mihi, atrocitatem culpe, inexcusabilis agnoscenti. Viteque, emendationem sanctissime, promitenti, benevoli, ignoscant. Благосклонно простить меня, сознающего чудовищные размеры моего непростительного поступка, и самым честным образом обещаю исправиться. Мену не умесе, квиде фама эт экстимационем доминорум профессорум, академия империалис сентиарум, ариквит постит аут верит. Я ни в какой мере не покушался на честь и славу господ профессоров Императорской Академии Наук и не имею ни возможности, ни желания ее поколебать. Скоро он примет еще больше срам. Что? Его дерзкие и глупые диссертации вчера послали на отзыв в Берлин. Неужели самому Айреру? Заявляет, да. Пусть высечет нашего самохвального гения. Сообщал в обрадии, господин Теплов, что я не могу принять ваши предложения. Но отчего же, господин Эйлер? История математики говорит, что все известные в этой области люди совершили значительные превращения в науке до 40 лет. А я переступил уже этот возраст. Я не надеюсь оказать существенной пользы Петербургской академии, которой отныне суждено процветать под благосклонным руководительством его сиятельства господина графа Разумовского. Что ж, остается одно. Просить ваше превосходительство рекомендовать нам для занятий академических должностей других иностранных профессоров. Все-таки не могу понять, отчего Петербургская академия не оказывает поощрения своим отечественным академикам. И вместо того из года в год приглашает иностранных профессоров. И не только не лучших, но часто второстепенных, а то и вовсе ничтожных. Ваше превосходительство слишком лестного мнения о моих соотечественниках. Я убежден, что от наших российских студентов и молодых адъюнктов нельзя ожидать в ближайшее время заметной прибыли для науки. Господин Шумахер прислал мне 3 диссертации, прося извинить его за то, что он беспокоит меня подобным несносным вздором. Я прочел присланное. И вот что я отвечаю господину Шумахеру.
Все сочинения господина Ломоносова не только хороши, но и весьма превосходны, ибо он пишет о материях весьма нужных, которых не знали и истолковать не могли самые остроумные люди. А он учинил с таким успехом, что я совершенно уверен в справедливости его изъяснений. Желать должно, чтобы и другие академии в состоянии были произвести такие откровения, какие показал господин Ломоносов в своих диссертациях о причине тепла и холода и о нечувствительных физических частицах, составляющих тела природы. А кто ж це такий Ломоносов? Це не той, про которого ви, Григорій Миколаевич, казали, що він розуміє в науках не краще посліднього собачого сина. Да. Пам'ятаєте? З тих пор він несколько преуспів. Добре. Григорій Миколаевич, як би зробити, щоб я не забув о ньому в Петербурге? Пам'ять у мене. Ти у тебе, хоч ти його секретар, на сей счет стариковская. Пойми, Михаил Васильевич, появление этих солдатских сынов и прочих оскорбить присутствующих. Эх, Григорий Николаевич, мы с вами тоже в детстве не на золоте едали. Никак невозможно. Григорий Николаевич. И докладывать о твоей неуместной просьбе не стану. Григорий Николаевич. Договорились. Заходите. Вот что, ребятки. Туда вас все равно не пустят. Это уж как бог свят. Так вы отсюда слушайте. Возьмите скамейки и садитесь. Господин профессор, что тебе важно? А правда, чтобы лекцию на русском языке читать будете? Слышь, что же это вы на канапере сесть? Пусть увидит, выгонит вместе со мной. Господин профессор, могу сообщить вам приятное. Всемилостейшая государыня изволили указать Сенату о своем согласии на постройку просимой вами лаборатории. Желаю успеха в опытах. Государыня беспокоится только, чтобы ваше благородие своими опытами славную нашу столицу не подожгли. Не взорвали. Начинайте лекцию. С Богом, господин профессор. А ты говорила читателя, как его слушать. Кто изучил свойства и смешение малейших частей, составляющих физические тела, тот видит природу как истинную художницу, открыто упражняющиеся перед ним в своем искусстве. Из одних и тех же частиц, смешивая их как краски на палитре, гениальная художница творит и камень, и розу. В объяснении сказанного ваш покорный слуга показывать станет некоторые опыты по экспериментальной физике, и он и толковать дважды в неделю, по 2 часа в день, прося от вас, господа, постоянного внимания. Ох, братцы, помрем от скуки. Древний Пифагор за открытие нового геометрического закона принес на жертву Зевесу 100 быков. Если бы за найденное ныне в науке новое правило
столь суеверно жертвовать, то навряд ли даже у самых богатых людей столько рогатого скота сыскалось бы. Мы живем в такое время, когда науки непрерывно возрастают и к совершенству приходят. Думаю, скоро мы сможем на опытах доказать, что сколь невелико видимое разнообразие мира, все оно происходит из существующих уже атомов. Материя никогда не появляется вновь, никогда не возникает из ничего. А теплотвор? Это огненная материя, возникает из ничего. Но все же эта материя, она увеличивает собой не только объем, но и вес нагреваемых тел. Сие мнение устарело и ложно. Значит, доказавший его на опыте, Роберт Бойл, старый лжец. Когда будет построена химическая лаборатория, мы с вами вместе повторим и проверим опыт достославного английского физика Роберта Бойля, который, как и все мы, люди, мог ошибаться. Господин оппонент, разрешит мне продолжить лекцию? Эй, люди! Откройте! Приштыки, господин механикус. Какие приштыки? Я сейчас в город должен ехать. Где Прокоп Андреевич? Не возвращался еще хозяин. Но я же все сделал. Михаил Васильевич прислал меня воздуходувную машину для вашей доны построить. А я две построил. Так что ж твоему хозяину еще надо? И где это видано? Запирать человека мне сегодня... Держи! К столу, пожалуйте. Это ему так даром не пройдет. Я жаловаться буду. Где хозяин? Не знаю. Да ты пойми. В среду у нас в лаборатории Михаил Васильевич мировое открытие объявит. Понимаю. А меня не будет. Ай. Ну выпусти ради Христа. Не могу. Ну, хочешь, я тебе часы подарю. Нет, нельзя. Строг больно хозяин-то. Нельзя. Что же мне делать-то? Гутен морген. Прокоп Андреевич, да вы ж меня без ножа режете. Вы же твердое слово дали, что я в среду в городе буду. Вот и будешь. Только как я тебя могу отпустить? А вдруг без тебя машина дуть не станет? Да как не станет? Да теперь ваш Тихон не хуже меня устройство знает. А вот проверим. Тишка, запускай воздуходувную машину. Вчера проверять еще можно было. А вчера мне не досуг было. К Петру Ивановичу, граф Шувалу есть. Да ведь я же... Да не кипи. Да ну... Не кипи, ну... Не кипи, не кипи. Успеешь. У него дела поважнее твоих. Ну что может быть важнее? Михаил Васильевич важнейший физический закон проверяет. Причину теплоты нашел. С Бойлем спорит. Что за Бойль? Роберт Бойль. Знаменитый ученый. А? В науке громадную пользу сделал. А Михаил Васильевич новую пользу ищет. Не стоять же науки на месте. Нет, не дует. Я помогать должен Михаил Васильевич. Ну так-то оно так. Но ведь мне тоже машина к спеху нужна. Я знаешь, какой заказ из Англии получил? Виноват! Ничего! Ничего, ничего! Молодец! Ну, теперь дуй в столицу. Если действительно существует некий теплотвор, который проник в запаянный сосуд через его стенки, он должен сообщить свинцу при прокаливании новую тяжесть. Тогда чашка весов вниз огрузнет. Тогда прав Бойль. Иного я не ожидаю увидеть. Опаздываете, господа? А вы нас не приглашали. Ну, разве? В
значит, забыл. Прошу садиться. А если чаши весов в равном весе останутся, значит, прав я. Значит, нет в натуре волшебного теплотвора, который из ничего и как бы из огня рождается. Но теплота единственно от внутреннего движения тел происходит. Господа профессоры, господа студенты, наши весы чувствительны к малейшему утягчению, а потому прошу с мест не сходить и на весы не дышать. Как я предвидел, опыт Роберта Бойля в точности подтвердился. И новый я не ожидал. Не мешай, Василий. Но ведь из этого окончательно следует, что Бойль прав. Свинец увеличится в весе. Значит, к свинцу прибавится теплотвор. Вы ошибаетесь, господин профессор. В реторту, в которой прежний воздух выгорел, со свинцом соединился, вошел новый, извне, когда бы реторту взломали. Вы просто этого не приняли во внимание. Не принял этого во внимание Роберт Бойль. Ну, знаете, это надо доказать. Постойте. Значит, ежели реторту не взламывать, ежели не впускать в нее внешний воздух, она что ж, Михаил Васильевич, останется в прежнем весе? Именно так. И я вам это докажу. Василий, реторту. После прокаливания равновесие сохранилось. Теперь вам ясно, в чем состояла промашка Роберта Бойля. Он принял за теплотвор просто воздух, впущенный в сосуд извне. На сегодняшнем опыте, Михаил Васильевич, подтвердились твои мысли. Я вижу, я верю, материя не исчезает и из ничего не является. На всю жизнь запомню твое торжество. Не я торжествую. Материя торжествует. Была, говорит, я, есть и буду. Господин профессор Ломоносов, значит, вы утверждаете, материя всегда была и будет. По-вашему, мир не сотворен однажды? Да. У вас своя голова, господин профессор, а у меня своя. Вы вольны и вовсе меня не слушать. Но я заявляю, сколько материи есть в природе, столько всегда и было. Она только вечно движется и перемещается. Вундервар. Господа студенты,
приказываю вам покинуть эту лабораторию. Я вам, как ректор Академического университета, немедленно вон! Вон, говорю я! Никогда Академия не опубликует подобной ереси. Верно, я говорю, господин асессор. И никто не посмеет этого опубликовать, напечатать. Запрещаю вам, профессор Ломоносов, имейте в виду, запрещаю вам в ваших занятиях со студентами отступать от установленной авторитетами науки. Да. Да. Я всегда удерживал тебя, а сейчас поражаюсь твоему терпению. Ты же позволяешь им оскорблять науку. Какая наука? Не будет у нас в России науки, пока не откроем настоящего университета подальше от недоброхотов российских в Москве. Михайло, успокойся. Михайло. Надо повторить этот опыт. 2-3 раза. 10 раз повторить. Если он верен, значит, ты, Ломоносов, открыл новый, важнейший закон природы. Пусть тогда наши недоброхоты идут к собачьим свиньям. Да. Добавится, столько же и отнимется от другого. Этот закон природы является настолько всеобщим, что простирается и на все формы движения. Тело, побуждающее к движению другое тело, столько же теряет своего движения, сколько отдает от себя этого движения другому телу. Сия особо важно. Ежечасно простые примеры видим. Вот знаменитейший муж, что я думаю о материи, из которой постоянно состоит мир, ее всегдашним движением. Копию вскрытого письма я направил в Святейший Синод. Как видите, в этом письме Ломоносов нигде прямо не пишет, поскольку, мол, материя вечна, несотворимо, значит, не понадобился Творец для ее созидания. Иными словами, Творца нет. Повторяю, прямо там это не написано. Но это явствует из всего содержания, по крайней мере, для людей, образованных философией. Вот в таком смысле я и разъяснил письмо графу Разумовскому,
весьма ревностным о вопросах веры. Благодарю вас за хлопоты, господин асессор. Ваша дружба с его сиятельством, господином президентом Академии, поистине для нас неоценима. Я со своей стороны приказал немедленно опечатать химическую лабораторию. Совершенно справедливо распорядились. Вы полагаете, что Ломоносов должен быть отстранен от всех академических дел? Превосходительство, господин Шувалов. Двоюродный братец самого конференц-министра, а говорят, стихи пишет. Подражает нашему Ломоносову. Да-да, к художествам привержен. Зачем все новый высокий вельможа пожаловал нынче на Васильевский остров? Что мне делать? Профессор Ломоносов с великим шумством противится покинуть лабораторию. Вот что с... А что скажет господин Шумакер? Закрыть лабораторию. Легкое дело. Суждение твое, Михаил Васильевич, в письме господину Шейлеру весьма любопытно. Но вот дерзостно показались начальником твоим. Не мнение моей дерзости, а люди, которые смеют распечатывать чужие письма, доносчики паскуды. Хорошо удалось мне вовремя слово молвить за тебя перед архиепископом Санкт-Петербургским. Не то получил бы ты от Святейшего Синода изряднейший реприманд. А уж о лаборатории я позабочусь, чтобы тебе ее оставили. Спасибо, Иван Иванович, от всего сердца. Не за что, не за что. А вот побронить тебя стоит. Имеешь ты драгоценный дар поэтический, тонкое сродство всем художествам. Сладкозвучие открыл нам в родном языке. И вот... Да, и вот какой неизящной материей занимаюсь. Да. Не угодно ли взглянуть, как рубиновое стекло готовит? Я страсть боюсь и химического, и стеклянного дела. Попадет в глаз, окривеешь. Ой, не дай бог. О стекле мне куда приятнее в стихах твоих читать, чем смотреть, как его творят. Не право о вещах те думают Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов. Коль пользы от стекла приобрели великий, доказывает то финифти, мозаики, которые век хранят геройских бодрость лиц, приятность нежную и красоту девиц. Ну что, Василий, нашел причину осаждения металла? Взаимодействие кислоты и щелочи, не иначе. И путем размышления, и путем опыта прихожу к этому. Взгляните, Михаил Васильевич. После покажу. Прошу. Василий Дементьев, считаю, лучшим химиком нашим будет. Ну, почет. Сам Шувалов пожаловал. А он кто? Тише ты. Новый фаворит государыни. Кто? Ну, в случай попал. В какой случай? Под карету угодил, что ли? Фу, полюбовник ее, понял? А? Мило. Очень мило. Так вот, Михаил Васильевич, о чем приехал я сообщить.
Я поведал мысль вашу об учреждении университета в Москве, Ее Величеству. Ее Величество изволили ответить. Об этом подумать надо было. И долго думать? Сие мне неведомо. Подождем, стало быть, до рыба. Прощения прошу, помешал вашей беседе. Дело не терпит. Дашь ты нам еще одного помощника, Михаила Васильевича. Сказал ли нам? Мы с братцем вашим, Петр Ивановичем, графом Шуваловым, заводы на север ставим. Очень нужен нам сведущий человек, ваше превосходительство. Михаил Васильевич, а Михаил Васильевич, ну, может, хоть Василия предоставишь, а? Хоть Василия. Василий, брат, для больших дел родился. Для больших. А наши что, дела маленькие, да? Ох, загордился своими учениками, Михаил Васильевич. Чуть не на золото их ценишь. Много дороже. Червонцы-то на монетном дворе тысячами чеканят. Заступитесь, ваше превосходительство. Я здесь не хозяин. Покорно было. Михаил Васильевич, ведь скоро лето, начнутся грозы. Помнишь, ты обещал мне показать любопытные опыты, что с профессором Рихманом затеяли? Вот громовую машину строю. Кто знает, может быть, я и себе закажу такую же машину. Чай не тебе одному лестно низвести небесный огонь на землю. Опыт сии, ваше превосходительство, очень мало изведанный, даже опасный для жизни. А вот лучше, зная вашу страсть к художеству, прошу принять от меня наглядные пользы химии. Произвел недавно. Позвольте. Позвольте, позвольте. Прошу вас. А нет ли краской был выпачкан человек, который... Прелестный цвет, не правда ли? Да, прелестный цвет. Ну и ветрище. Как говоришь, этого синего стрекулиста 3 недели отмыть не могут. Ну я рад, что ты весел сегодня. Ну а что ж, университет, говоришь, будет, опыты наши спорятся. Полагаю, осенью мы покажем господам академикам, как ты показал им о теплоте. Что электричество так же от движения частиц происходит. Грозовая. Ну, прощай. Что-то не хочется с тобой разлучаться сегодня. Пойти, что ли, вместе понаблюдать? Пойдем? Нет, опоздаю к обеду, жена серчает. Да-да-да-да. Ну, прощай. Шти. Ага, шти. Позови брата. Зачем? А сама уйди. Йоган! Йоган! Садись, пиши. Июля 26-го дня, 1 час пополудни. Опять грома не слышно. А шелковая нить от линейки отходит и за рукой гоняется.
Значит, мнение мое верно. Электричество в атмосфере еще до грозы накапливается. Трение воздушной материи его образует. Попрошу, господин Соколов, примечать время от сверкания молнии до грома. А я вам диктовать стану, на сколько градусов нитка от нитки отходит. Пиши. От железа проскакивает искра. От меди тоже. Воск путь электричества преграждает. Шелк тоже. Пиши. Электричество от натуры вещей зависит. Принимают, проводят электрическую силу, вода, металлы и живое тело. Кусаются. И живое тело. На 15 градусов отклонилась нитка. 12 секунд от молнии до грома. Не опасно ли вблизи квадранта, Егор Михайлович? До 45 градусов ничего. Встань подали, господин Соколов. А вы, господин профессор? А я по должности ближе. Вот видишь, в наше время даже физик может проявить некоторые храбрости. 25 градусов. Молния стала ближе к нам. Электрическая сила огонь может вызвать. Значит, электричество равно как со светом, так и с теплотой связано. На 35 градусов отклонилась нитка. 4 секунды между громом и молнией. Тридцать восемь градусов. 3 секунды. 42 градуса. 1 секунда. Господин профессор! Ричард, ради бога, уйди, уйди, убьет! Совести остыли! Йоган, отчего ты его не просишь? Михаил Васильевич, пойдемте. Пойдемте кушать. Пойдем. Надо от железного пурта отвезти в землю. Этак недолго и дом спалить. Господин Ломоносов! Что тебе, Соколов? Беда у нас! Профессора нашего грома зашибло! Иванова, заказали себе громовую машину. Долго ли до беды? Профессоров хоть и много, да ведь вы-то у нас один. Сломать велите эту машину. Близко к ней не подходите. Ну зачем же? Я не трус.
Ну и правильно. Без этой проклятой машины спаться будет слаще. Вот увидите. Не нам, батенька, натуру испытывать. Да и Ломоносова приструнить надо. Для чего умы спущать? После этих опытов ломоносовских точно сбесились. Я слышал в семинарии Невской. Из-за него чуть не смута. Один семинарист кричит. На планете Марс, да на Венере люди лучше живут. Прошусь, говорит, к Ломоносову в новый университет. Или, говорит, лечу на Венеру. Душевно рады вашему высокопреосвященству. Радоваться особливо нечему. Иван Иванович, я к вам с жалобой. На кого? Знаю, вы покровительствуете Ломоносову, а посему и приехал к вам. Святейший Синод подал государине императрице всеподданнейший доклад. Слезно молим сжечь под виселицей его вредные сочинения, а самого передать церковным властям для увещания и исправления. Чем исправлять хотите? Да мало ли. К примеру, сослать в Соловецкий монастырь, воду возить. Вот это благополезно! Вот. Что вменяют Ломоносову в вину? Множественность миров доказывает, а сие ложь и вредность. Утверждает несотворенность мира, а сие великая злая ложь и вредность. Справедливо говорит советник Теплов. В католической Европе его за такие мысли давно сожгли бы. Пусть профессор Ломоносов благодарит Бога, что мы отечески об исправлении его хлопочем. А он, спасибо вместо, непотребно лает наше духовенство. И даже над тайной святого крещения глумиться смеет. Где же такое ваше высокопреосвященство? Я не знаю. А вот пасквильные стихи его... Гимн бороде называемый. Борода моя дорогая, жаль, что ты не крещена, и что тело часть срамная, тем тебе предпочтена. Благодарю вас, ваше высокопреосвященство. Я подумаю обо всем, что вы мне сейчас поведали. Михаил Васильевич, всю ночь ваш устав читал. Много вы на него труда положили. Какие профессоры, какие науки, в каком порядке их изучать надобно, сколько часов на каждую. Все есть. Даже мне захотелось учиться. Не раз и не два вам спасибо, скажут наши дворяне. От чего дворяне только? Голубчик, а кто же иначе? Все сословия, как у меня в уставе написано. Ну а куда же потом девать этих всех? Разве мало у нас в государстве дела? Горное дело, фабрики, медицина, архитектура, правосудие, языков знания, земледельчество, коммерчество, сообщение с Востоком. Вот не выучили бы солдатского сына Степана Крашенинникова, до сей поры не узнали бы ничего о земле Камчатской. А вон какие книги Степан о ней написал. Голубчик, не совместная вольность. Не дозволит Сенат принимать из простого звания. Я уж почел за лучшее сам в твоем уставе вычеркнуть. Не смею более затруднять ваше превосходительство своей мужицкой персоной. Михаил Васильевич, друг мой, что ты так взбеленился? Так ведь вы же, ваше превосходительство, обошлись с народом нашим, как Миллер. То
в своей истории пишет, не свойственного народу русскому ни подвиги, ни науки. И вы тоже. Для чего ему университет? Я вижу, ты поссориться хочешь. Смотри, а то я на тебя обижусь. Эх, ваше превосходительство, что вы на меня, а я на вас в обиде, это дело пустое. Двоим поссориться и помириться можно. А вот то, что вы весь наш народ обидели, а я за него заступиться не в силах, вот это нам не забудется. Ну, знаешь ли, может, скоро и я даже не смогу за тебя заступиться. Твои враги хотят тебя от Академии отставить. Поздно. В крайности могут теперь Академию от меня отставить. А Таубель что на это? Говорит, не завидую тебе, Барс. Кто тебя уважать станет, коль ты ученое звание дома получишь? Ах, шут его, а? Вот пошлем мы тебя в Марбургский, либо в Прусский университет. Так другая цена тебе будет. А ведь похоже, узнаю нашего ученого в библиотекаре. А что смешного? Тут плакать в пол. Правитель академический. Один кричит: довольно, хватит в России университет. Другой: в доктора, в магистры ставится только за морем. А Миллер знает удить Русь, народ не самостоятельный. На каждой странице Миллеровой истории русских бьют, грабят и побеждают. Только зададим ему завтра в конференции. Шах. Еще шах. Шах и мат. Ловко. Михаила Васильевича все нет, Елизавета Андреевна. Нет еще. Шувалов верно обедать оставил. Ничего, дождемся. Вот увидите, войдет Михаил Васильевич. Этак спокойно. Ну, готовьтесь, молодые профессоры. Университет открыт, устав подписан. Даже не верится. Москву на волю из академических телей. Михаил Васильевич, не томите, со счетов. С синяками, друзья. С синяками. Шувалом подрался. Как? Что случилось, Михаил Васильевич? Университет хотят сословный. Дворянских сынов. Вот кого обучать будут в университете. Ну, а меня, меня не только от университета, а и от академии хотят турнуть подальше. Подожди, Михаил Васильевич. Да что же это, братцы? Как же это Шувалов? А что Шувалов? У нас что немец скажет, то свято. Вот в чем беда. А все они против Михаила Васильевича. То-то и оно-то. Немцы. Кругом немцы. Не продохнуть. Тебе перед памятью Георга Вильгельмовича несовестно? Михаил Васильевич, так ведь я... Помолчи. Неужто мы этому учили вас со Степаном Петровичем? Ставь, не доигрываем. Немец Леонард Эйлер на всю Европу славен. А вы его с каким-то Таубертом равняете. Еще раз в жизни от вас такое услышу. Чем Теплов лучше Миллера? Во сто раз хуже. Миллер для науки 10 лет в Сибири мерз. А Теплов в науке тепленького местечка для себя ищет. Михаил Васильевич, выходит, Миллеру Россию поносить можно, а мы руки по швам и молчок. Ну и дурак, принеси пиво. Я ведь вас сейчас за что бью? За то, что вы русский? Нет, за глупость. Вот и Миллера буду бить не за то, что он немец, а за то, что врет в науке. Ходи, Степан. Самое имя Россы профессор Миллер взял под сомнение и считает происходящим от скандинавов. Даже родные вам, Михаил Васильевич, холмогоры, он вывел из слова Ольмгардия, коим шведы их называли. Признаться, я думал, что профессор Миллер внимательнее читал летопись. И мне всего больнее, что профессор Миллер в сибирской экспедиции близко видел народ наш. И при мне не раз отдавал ему должность. Откуда ж нынешние заблуждения ваши, Герард Фридрихович? При чем тут народ? Я пишу историю. Ах, при чем народ? Значит, люди, которые испокон веку в стране живут, ничто. История сама собой идет. Хороша наука. Для чего же тогда вы столько лет в мерзлых архивах рылись? Историю, милостивый государь, не для мышей пишут. Я не позволю надо мной издеваться. А мы не позволим, никому не позволим издеваться над русской историей. Люди хотят знать о людях, об их делах.
правду. Не кажется ли вам, Григорий Николаевич, что профессор Миллер, несколько неосторожен в своем сочинении? Пусть доказывает варяжское происхождение русской нации, но зато отметь храбрость и другие добрые качества. Сомневаешься? Habeas tibi. Да. Сомневаешься, держи про себя. Вы правы. Ломоносов отыскал в истории Миллера самое уязвимое место. Вот-вот я и подумал, стоит ли, если принять во внимание национальную ревность государыни императрицы Елизаветы Петровны. Русский народ, который в неимоверных трудностях не расточился, такой народ далеко шагнуть может. В науках, в художествах, в индустриях, во всем преуспеет. Вы согласны со мной, господа академики? Согласны. Согласны. Уповаю сердцем, что наш коллега, профессор Миллер, на досуге свои промашки рассмотрит и нашу правоту откровенно признает. Напрасно. Ваши знания и заслуги мы ценим. И нам еще годы и годы трудиться рядом. Золотые слова. Как жаль, что эти золотые слова могут остаться в туне. Михаил Васильевич, дорогой, вы не забыли, что вам предстоит оправдаться перед Святейшим Синодом? Ох, боюсь за вас. Боюсь. Нет, нет. Не хочу из-за него с Синодом ссориться. Больно часто его прощать приходится. Поэт, Ваше Величество, любимец муз, да, пожалуй, всей России. Любимые дети больше других шаля. Одни ли дети? Ты что-то бледен, Ваня. Замучился, видно, с университетом своим. Да ведь все самому, государыне, предусмотреть надо. Сколько профессоров, какие науки... В каком порядке их изучать? Умница ты у меня. А ты прикажи любимцу, пусть помогает больше. Если велишь не трогать его синоду. Возьму грех на себя. Если ты так уж просишь. Да пусть не очень, как Тит Миллер в академии. Ко мне же придут жаловаться. Нет, ведь что придумал Миллер? В России русский хайд. Ровно не знает, что я больше жизни люблю народ наш русский. И пуще смерти подчас боюсь, как ты своего Ломоносова. Верно? Небось, не догадываешься, Михаил Васильевич, какой тебя ждет подарок? Смею догадываться, Иван Иванович, неужто дозволено обучаться в Москве всем сословиям? Ну нет, бог с тобой, Михаил Васильевич, ты все о том же.
подарок для тебя куда драгоценнейший. Господа, господа, когда бы меня спросили, где, в чем Ломоносов выше, в науках, художествах или в индустриях, я бы ответил, гений творит где хочет. Недавно Михаил Васильевич поразил нас новыми остроумными мореходными приборами. А вот уже зрение наше радует его превосходнейшей мозаики. Теперь он испытует земные недра, причины трясения земли ищет, а завтра, завтра на полюс путь измышлять хочет. Так ведь, Михаил Васильевич? Вроде так. Ну вот. Но наипаче всего в стихотворстве заслуги его замечены. Поздравляю тебя с монаршей милостью. Примите мои искренние поздравления, Михаил Васильевич. Михаил Васильевич, дайте я вас поцелую. Михаил Васильевич, с бриллиантами табакерка. В рубашке родился. Поздравляю, Михаил Васильевич, поздравляю. Хотя бы одно слово благодарности, государыне. Мужик мужиком и останется. Теперь тебе надо приучаться нюхать табак, чтобы не обижать государыню. Нам выпало сегодня такое счастье, такая радость. Что с тобой? Ты такой бледный, ты болен. Ты ничего не поняла, да от меня откупились, глупая. Золотую черепушку в зубы и пошел прочь со своим университетом. Михаил Васильевич, гратулиры, гнедики фрау, гратулиры. С тебя приходится, Михаил Васильевич. Дай ученых помощников, на тебя надежа. Ты что, не слышал? В университет никого, кроме столбовых дворян, пускать не будут. Додумались в Сенате. Какие ж тут к суду помощники? Легче. Химиков ему, металлургов. А вот понюшку вместо того голландского не хочешь? Это что ты, сударь, бешеный какой-то сегодня. Домой. Пойдем домой. Нельзя, Михель. У меня, ваше сиятельство, сердце захолонуло. Петр Иванович, да разве можно терпеть такое? Голландское, ваше сиятельство. Разве можно терпеть? Слышал ли, господа сенаторы, что, мол, ваши сыновья и племянники восхотели вдруг учиться химии? Так и рвутся стоять у домен, в вонючих лабораториях купороситься. Верно ли это? А, вот, кстати, что ж ты, братец, толковал в Сенате, чтобы в университет и гимназию одних только дворянских детей пускали? Распрекрасно. Только кто же потом, судари мои, на заводы, на наши с вами рудники поедет? А? Этак мы, не успев похозяйничать, опять в ножки немцам да англичанам повалимся. Хм. О, хуже эти мне меценаты. Вот не досмотри за ними. Ну, мой ученый друг, пляши. Думаю, знаешь, по-твоему повернуть в Москве с университетом. Пускай обучаются из всех неподатных сословий. Сегодня тебе благоволит фортуна. Радуйся. Радуюсь. Не я один, ваше превосходительство. Все возрадуются, кто приобщится в новом университете к доброй учености. Учености? А это что? Ученость проглядывает. Нет, это глупость заглядывает. Не я один, ваше превосходительство. В
Все многочисленные Ломоносовы, которые произойдут из нового университета, делом отблагодарят отечество. Да, делом. Как же? Ну чего ж ты стоишь столбом, сударь? Раз его превосходительство велит, так пляши. Эй, музыканты, ну, плясовую там, повеселее. Скажи, Михайло. Костя, Костя. Идем домой, Михер. Приходите! Роман Илларионович. Михаил Васильевич, ваше превосходительство, я не только у знатных господ или у каких других земных владетелей, но даже у самого Господа Бога шутом быть не желаю. Ну вот, я всегда говорил, недопустимый он человек. Интересно, кто университет этот придумал? Как кто? Ломоносов? Он сейчас вон в том зале вместе с боярством празднует. Куратору нашего Московского университета! Москву осветили! Здравствуй, батюшка Варван, мы приехали опять. Нашу пятницу светит всегда тверская совестница. Здравствуй, батюшка Пролом, за посольским со двором, за посольским со двором, да со двором, да со двором. А Миловка потепель, а Тарину не кереть. А Миловка потепель, а Тарину не кереть. А ты все гневаешься. Я помирать буду не пощу. Не позвали тебя на открытие. Истинного основателя университета тебя забыли. Забыли? Нет, не забыли. Всю жизнь не забывали шпынять меня. Мол, ты мужик, помни. Да, мужик, помни. Горжусь и веселюсь этим. Эва, сколько мы с тобой мужицких сынов на профессоров выучили. А кто этот парень? Адъюнкт математики Барсов Антон. Достойное над тобой будет. А этот сам химий магистр Василий Дементьев. Слава сильно поднялась, славно на свинцов. А этот профессор, да-да, брат, профессор Локвенции Николай Поповский. Ага. В Москву других обучать едут. Открыт ведь, открыт университет-то, Степан Петров, слышишь? Вот то радость всему народу, вот то веселье. А ты говоришь, не позвали, да черт с ними. Сегодня я пою преславного Витию, что чистый слог стихов и прозы вел в Россию, что в Риме Цицерон и что Вергилий был. Да он один в своем понятии вместил, открыл натуры храм богатым словом россов, пример их остроты в науках Ломоносов. Хотя иду во след Вергилию и Гомеру, не нахожу и в них довольного примеру. Не вымышленных петь намерен я богов, но истинны дела. А дел перед нами уйма, одни муза моя опережает,
за другими не поспевает. Так на кого же, как не на вас, надеяться? Первыми мы вас выучили. Первым в России ученые звание предоставили. Так будьте же отныне во всем первыми. Четверть века тому назад я не так в Москву отправлялся. Никто меня не провожал, ни с кем мне не довелось проститься. И что меня в Москве ждало, о том, может, одни сполохи на небе догадывались. Ну, счастливой дороги вам, молодые профессоры!